Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть Dying Light, продолжаем проходить эту игру, и добро пожаловать вроде, я не знаю, 15-16 серию, я уже сам, ну, в принципе, не знаю. Но давайте, ребята, мы забрались в какое-то здание, сейчас нам нужно подняться на 10 этаж, заложить где-то там взрывчатку и взорвать это нахрен, как я понял, да? Ну, чтобы туда пробраться, там очень много зомби, поэтому вот тот чувак не смог. И поэтому мы сюда идем. Ага, ну видите, тут уже забаррикадировано. То есть дальше нам уже самим нужно подниматься. Замечательно. Фу, ну что, эта серия, ребята, мы будем просто подниматься на какие-то этажи. Опять вот эти звуки, не хочу я их слышать. От них просто обосраться можно. То есть от тех звуков, что там кто-то есть в комнатах. Фу, ну что, понимаем? А знаете, у меня есть такое ощущение, что в этом доме будут не только зомби, а какие-то специфические зомби. То есть даже могут быть вот эти ночные хрени, да? То есть они прячутся ночью вот тут, да? Допустим. О, там видели? Ну, понятно. Ага. Ты что, издеваешься, чувак? What's wrong? Are you okay? Yeah, for now. Опять вот эта хрень, как я ее не люблю, когда он превращается. Кто-то будет 100%. Или нет? Ну, стрёмное местечко, ребят, даже очень. Да твою мать. Ох, много нам нужно вот этих мест найти. Поэтому, ребята, в этой серии, говорю, мы просто будем пробираться через апартаменты и... Ну, началось, да? Ладно, уже убили. Точнее, взорвался. О, бесячий. А как я нафиг вообще взорвался? Через что? Что тут было, что меня взорвало? Чуваки, я бесячих не люблю. Я не знаю, в курсе вы или нет. Охренеть. Вас не слишком там много? Нахи вам, заразы. Ща, ребята, ща мы это все разрулим. Их, конечно, тут много, но все же. На тебе. И тебе на. Ребят, смотри, сколько мы уже уровней подняли. В смысле, не уровня, а опыта, нормально. Их, конечно, много тут, действительно, но все же, перебивать их нужно. Я видел, что ты живой, а ты хотел меня напугать. Ух, а вот этот напугал. Так, забираем. Что тут еще есть? Ага, вот что нужно. Okay, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Ребят, видите, там в соседней комнате бешеный. Бешеный или хрен его знает, может еще кто-то. Ну вот, видите? То есть разные есть. Полный комплект пистолетов. Ого! Ух ты! Он недавно умер. Так. Ух ты! Мать! Вот это пугливо было, действительно. А там, смотрите, еще гости у нас. Гости, ребята. Так, это забираем. Фух.
А зачем мы вообще это делаем? Я что-то как-то не уловил даже суть, знаете. Что там? Майкл! Michael, get out of there. Get to safety. No, I can hold him up. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Иди сюда, зараза. Фу, много их, много. Еще вот этот зараза взорвался. Еще один! Фу. Ладно, ребята. Чтобы побыстрячку было. Конечно, сейчас на нас... Ой! Да твою мать, а. Сейчас на нас бесячие нападут, но все же. Да сколько вас там нафиг? Так, а сюда мы пробраться не можем, значит нужно обходить. Опа. Ну давайте, паскуды. Ну выходите, я вас жду. Давайте. Прям уже жду вас. Не, никто не хочет. Ну нет, так нет. Так. Опа. Новые друзья. Здрасте, давно вас не видели. Куда нам вообще нахрен идти? Опять вы. Что-то, если честно, не понял. То есть нам, походу, дальше на лифте нужно подниматься. Хотя нет. Ага. Я даже лазаем тут, но я даже не заметил. Это чё нахрен, ребенок или это привидение? Чё это охренели? Из-за стены он мне такой урон нанес. Это жопа. Я за стеной стоял, я даже просто, я даже, знаете, увидеть не мог, что он там, потому что это за стеной было. Как я вообще должен был заметить вот это? Кто там плачет нахрен? Очково тут. Тут реально так очково. Мне больше, чем в канализации нафиг. В этих апартаментах, в этом здании больше очково, чем где-то в канализации нафиг. Фух. Так. Еще ребенок где-то плачет или женщина какая-то. Так, так. Ребят, просто молчу, знаете, немного сосредоточиться не помешает. Опа, тут что-то специфическое будет. Is that a child crying? Что нахрен? Что? Ребенок зомби, который плачет ультразвуком нахрен. Так я же тебя убил! Да
дайте мне выйти. Ребят, ну тут реально мне просто сосредоточиться нужно. Я говорил, что в этом здании будут какие-то специфические зомби. Потому что ребенок, который плачет ультразвуком и вызывает своим плачем других зомби, это ненормально, если честно. Зато смотрите, сколько мы перебили тут всех. Я понимаю, что убивать зомби... дитё, это ненормально, но все же. За него даже ачивку нам дали. Потому что... ребенок, который плачет ультразвуком, это ненормально. Ну я сначала, знаете, я даже сначала на этом этаже услышал какой-то плач зомби, ну, плач ребенка. Я даже не понял, какой ребенок нафиг тут. А куда нам идти нафиг? Майкл? Michael, get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael! Michael! Shit. Сейчас тут нам жопа, я чувствую. Что-то у меня такое ощущение. Ну я же сказал. Shit. Ну, под конец игры это уже очково. Я не знаю, вообще конец это или нет, но что-то мне так кажется. Нихрена себе у тебя радиус поражения. Ты что, с ума сошел, тварюга? Он же меня с другого конца вот этого коридора бьет. Но зато не зря я двухстволку нашел. Без нее вообще не знаю, что бы я делал. Тут патрончики нужны. Okay. I hope you're all right, Michael. Найдите детонатор Майкла. Сейчас нам тупо бежать нужно, да? Ну раз да, значит давайте. А вот и друзишки наши. Быстро выбирайся, пока он нас не дубакнул. Зачем с ним сражаться, если можно убежать? Твою мать, а. Быстро! Как я вообще туда не допрыгнул? Ага. Так. Так. Побежали дальше. Фу. Очковая игра, если честно. Есть такое.
стрёмное вот то здание было, если честно, с ребенками. Это мы оттуда прибежали? Ну, пожалуйста, не говорите, что... А зачем это было? Я что-то даже не понял, если честно. Ух, смотрите, смайлик. Смотрите. То есть огнем смайлик как-то так выложил. Do you believe me now that I'm on your side? Ни хрена себе. Sons of bitches. Fuck, Crane. If you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop. Уже ночь, сейчас вот эти говнюки вылезут. Look, I know, but I lost my one and only way to reach them. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jamming. Just needs your help to do it. Okay, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. All right. Meet me in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. And Crane, be careful. The infected here are even more ferocious than the ones in the slums. Ну понятно, то есть, знаете, какие-то другие монстры, не такие как обычные. Так что мы еще можем изучить? Уровень. Быстрое убийство. Подкрадывайтесь к вашим... О, F. То есть, стиль убийства. Атака с маскировкой. Научитесь атаковать мутантов под маскировкой, не привлекая лишнего внимания. О, это нужно. Уже выходят и те подонки на охоту? Или их тут нету? Да твою мать, ну, вот этот паркур иногда бесит. Ты прыгаешь туда, куда тебе нужно. Но он как-то... перестает что ли действовать? О, так мы можем переночевать тут. Только как? Ага, это мы опять туда вернулись. А тут они намного быстрее и намного больше радиус поражения. А где они? Я их даже не вижу. Они где-то там снизу. Я хочу переночевать, но я не знаю как. Вот видите, там показывается, что можно выход из безопасной зоны. А сейчас... давайте попробуем. Не, тут мы не можем переночевать. А где тогда вот эта хрень вообще? Вот зеленый домик, где мы можем спрятаться и переночевать. Потому что я тут вижу, они тут настолько... быстрее, умнее и, в принципе, больше вот это радиус обзора. Вот эти ночные зомби. Я хочу где-то переночевать. Вы мне дадите присесть, нет? Ага. Ну ладно, вот тут мы есть. Вот сюда мы зашли, да? Только, а как нам отсюда выбраться и где нам переночевать? Нам нужно наверх, да? А как нам наверх выбраться? Вот, видите? Я даже их встречать боюсь. Иди ты в жопу, а. То есть то выше. Твою мать, как он меня за миллисекунду запалил? Они нас тут достанут? Было бы отлично, если бы нет. Фу. Погоня отстала. Замечательно. Фу, ща, ребята. Дайте сосредоточиться. Куда нам вообще нужно идти? Потому что я вообще не в курсе. То нам показывает выше, то нам показывает ниже.
Сейчас опять выше показывает. Сейчас опять. Вот сейчас мы тут. Только когда мы сюда входим, нам показывает, что нужно вот туда входить. Я даже не знаю. Сюда? Нет. Я просто боюсь даже выходить, ребята, в том смысле, что эти монстры, они намного злее и намного умнее. То есть я даже очкую туда выходить куда-то. Где он? А хрен его знает. Тут, походу, только или по крышам нужно передвигаться. В принципе, наверное, они для этого столько много крыш тут и сделали. Вот он. Они даже тут по крышам лазают. То есть даже крыши нас тут не спасут. Ща, что-то мы придумаем. Ну, хотя бы мы куда-то уже забрались, тут они нас, в принципе, не должны тронуть. А даже если тронут, то мы постараемся быстренько открыть дверь, чтобы они нас не успели тронуть. Да твою мать, вот эти двери еще иногда... Ну как ты нахрен открываешься, а? Во, наконец-то. Че тут вообще? Ни хрена, зачем я тогда открывал, мне интересно. Да. О. О, вот куда нам нужно. Джейд! Джейд! Трой, this is Crane. Ryze has taken Jade. He has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Ryze is using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, it's not subtle enough to be a trap. There's gotta be a way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him? Let me think. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great, I'll talk to him. All right, there's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. And listen, if you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Тогда давайте вот это выкинем, оно уже практически поношенное, и сделаем себе быстренько другое. Какой-то самым большим уроном, который есть. Простой серп, 155, да, запомним. Мачете, 73, 93, тогда 155. Так, ладно, давайте тогда вот это сделаем. Вот сюда, да, и сразу же его супермощная подача. Добавляет слабый эффект контузии. Удалять слабый огненный яд. Давайте тогда вот это сойдет, да? Итак, ладно, ребята, вот мы сделали себе оружие. Давайте на этом уже заканчивать. Я надеюсь, вам нравится это прохождение. Я надеюсь, вам нравится эта игра. И надеюсь на то, что вы поставите лайк и оставите свой комментарий. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.